на нашем огороде. Каждый день со своими маленькими огородниками воспитатель детского сада «Ласточка» Людмила Говорова приходит ухаживать за овощными культурами. Начало лета выдалось холодным и дождливым. Огурцы и кабачки не так хорошо растут, как бы хотелось. Зато картошка вся в цвету. Потихоньку поспевают и помидоры. У нас в этом году очень хороший урожай помидор и картошки. Это более такие неприхотливые растения. Дети видят, что это плоды их работы. В общем-то, им очень интересно. Зелень тоже растет хорошо. Укроп, петрушку, лучок повара детского сада уже используют в своих блюдах. Сегодня воспитанники группы номер один высадили рассаду перца. Теперь будут ждать урожай. За другими овощными культурами, редисом, кабачками, клубникой также необходим уход. Дети заняты поливкой, прополкой и выполняют это с удовольствием. Я очень рад работать на огороде. Я сажала помидорчик. Перчик. Собираем и даже клубнику. Такой огородик на территории дошкольного учреждения существует несколько лет. Начинали с 1-2 грядок, сейчас их около 10. Причем за каждой ухаживает определенная группа. И, соответственно, сами дети ежегодно выбирают, какие овощи посадить. Это предусмотрено программой дошкольного образования. Наша программа называется «От нуля до школы». И по этой программе мы знакомим детей с овощными культурами, их выращиванием, уходом за ними. Педагоги уверены, огородничество в детском саду способствует не только развитию любознательности и наблюдательности у ребят, но и расширяет представление детей о растениях и необходимых условиях для их роста. И, конечно, учит гордиться результатами своего труда при сборе урожая. Ирина Бокова, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.